Первый рейд патрульной кинологической службы в этом месяце. Принимать собаководов в ряды Арсеньевской народной добровольной дружины начали полгода назад. И теперь они регулярно совмещают приятное с полезным. Выгуливают питомцев и следят за правопорядком. Мы добрые, мы белые и пушистые на самом деле. Став Саймон в патруле уже 2 месяца. Его хозяин Артем Долгов, фельдшер скорой помощи, вступил в дружину, чтобы отрабатывать с псом навыки охранной службы. Говорит, на пьяных и буйных собака действует отрезвляюще. Потому что это собака, и она выглядит грозно. А на самом деле? А на самом деле это очень добрый пес, которого любят все дети. Все собаки в патруле тренированные и смирные. Давать команды на атаку кинологам разрешено только в случае угрозы жизни и здоровью. Патрулируют город на всех праздниках и массовых мероприятиях. Когда проводился Восточно-экономический форум, то большая часть сотрудников патрульно-постовой службы ДПС у нас уезжала в город Владивосток на обеспечение мероприятий. И 3 дня город находился под охраной добровольной народной дружины. Сейчас в патруле служит 16 собак. Дружинники надеются, что в будущем четвероногих помощников станет больше. В дни дежурства собачьего отряда ни одного серьезного правонарушения по маршруту их следования зафиксировано не было. Не, он никого не держит, он сам своим только видом всех смущается, сразу все в сторонку отходят. Наталья Смолянинова, Александр Малыгин. Панорама.